что, мои подписчики, снова здравствуйте. Ну что, попробуем снова дракона. После последнего фиаско его не достали. Его не достали. Зато дернули утку носом. Вы можете посмотреть последнее видео. Да, это было, конечно, трэш. Полный трэш. С этим драконом. И снова то же самое. Он ее поднимает. Дракон на том же самом месте, кстати. Его не достали, но наверняка много пробовали. Вот. И, соответственно, я вернулась за ним, чтобы попробовать его еще раз. Зацепляется он почему-то сейчас с конем. Да, зацепляется он с конем. Коня поддели. Вот. В общем, дело такое. Этого крота отрыли. Тоже неплохой кротик. Обезьяну отрыли. Тоже обезьянка неплохая. Да, ребята, могу представить, сколько раз пробовали этого дракона. Я даже, хотя даже я, наверное, не могу представить, сколько раз его пробовали. Я общалась с тем, кто владеет конкретно этим аппаратом, но он не захотел меня слушать. Хоть я попыталась ему объяснить, что достаточно много играю, и такая ситуация, дракон застрял, но был сильный захват, и то, что он вот так вот криво его донес, но он сказал, нет, я слушать не буду, мне все равно, что вы тут его рекламируете, мой аппарат, либо вы вытаскиваете игрушку сами, мне даже все равно, сказал он, играете вы в мой аппарат, не играете вы в мой аппарат, неважно, сколько вы денег тратите в месяц на мой аппарат. Поэтому я поняла, что если мы с вами не достанем этого дракона, его достанет кто-то другой, потому что кабанчика таки все-таки достали. Ну, может быть, есть, конечно, игрушки, которые недоставучие, но этого дракона он все-таки обнимает. Вот, и поднимает. А раз он его поднимает и обнимает, значит, есть шанс. Если я играю на другом аппарате, и там Спанч Боб, которого совсем он даже не обнимает нисколечки, не поднимает нисколечки, то здесь он обнимает, поднимает. Единственное, я уже не знаю, как дождаться захвата. Но, с другой стороны, есть надежда, что пока меня не было, это примерно 3 часа, что его могли много раз пробовать. А так как здесь никого не вытащили, значит, сильную попытку, может быть, пропустили. Хотя, честно скажу, крота тронули. Крот, может быть, тоже был на сильной попытке. То, что он не выдался, это одно. А то, что он двинулся, это уже другое. Ну, в общем, народу сейчас много. Так как сейчас вечер у нас. Не знаю, конечно, когда я буду его размещать, это видео. Но в данный момент идет вечер. И аппарат его бросает. Прямо жестко бросает. Вот, так что я думаю, этого дракона будут пробовать много раз. Его уже много раз пробовали. Его будут пробовать еще большее количество раз. Он блестящий, яркий. Я, кстати, директору этому написала. Может, он, конечно, не директор, а просто к этому аппарату приезжает, заправляет игрушечками. Его вполне возможно. Я ему написала, что такие игрушки с пайетками пользуются успехом среди детей и взрослых, потому что они яркие. Вот эта вот гирлянда у аппарата, она привлекает внимание, так как отражается на игрушке, отражается эта гирлянда. Ну, вообще здорово очень продумано.
игрушка с пайетками. Детям безумно нравятся такие игрушки. Они готовы прям вот только на них играть. Поэтому таких игрушек надо больше. Конечно, доставать их очень мучительно, трудно. Можете посмотреть прошлое видео. Я думала, у меня уже памяти не будет. Поскольку реально, ну, больше часу видео, да, и в конце концов такое фиаско было. Я думала, что сейчас его уже вытащить. Как он говорит, а вы подёрните. Ну и что? Люди-то не подёрнули. Люди-то его не подёрнули. Он его тем более хвост зарыл. Конечно, бы он мне его не дал. Никакие мои доводы на самом деле не помогли. Я ему говорила, что ваш аппарат не будет играть, я не буду его рекламировать. А он говорит, мне все равно. Пускай не играет, ради бога. Вот. Ну, в таком вот ракурсе, в таком вот русле, на самом деле, он это говорил. Так что, ребята. Так что, вот такие вот пирожки с котятками. Ну, видели, да, он жестко отпускает. Ну, поэтому я в тот раз и не стала играть. Я поняла, что он застрял. Все, это гиблый номер. Он потом уже не сможет ни подать, ни подеть, как он говорит. Это все ерунда. Поддать, поддеть. Либо есть сильный захват, либо его нет. Если он уже ушел только что, да, ну когда будет следующий, еще неизвестно. Вот, так что неудобно, он лег, вроде бы близко к лунке, но неудобно. Сначала, наверное, он вот так вот лег, после того, как его уронило. Я думаю, он лег вот именно в такой позиции, в таком положении. Потом его оттащило уже. Здесь может даже сильная попытка не пройти. Вот у меня, да, как хорошо нес. Вот мог бы давно уже его вынести. Давным-давно. Я, кстати, этому хозяину этого аппарата, я даже ему, так как я оплачиваю картой, вот так вот в терминале, вот в этом, я ему даже на самом деле фотографии своих платежей показала, что, мол, смотри, видишь, сколько потрачено на твой аппарат. И это что, не довод? Он сказал, нет. Ну, честно скажу, для него дороги вот эти игрушки. Если бы я попросила вот того коня, который у меня есть, или кота дешманского, наверное, он бы его отдал мне. А вот этих ребят, да, с ними проблемно, конечно, проблематично. С ними проблематично, ребята. Печально. Много этих, конечно, коней. Но нас интересует дракон. Ну, наконец-таки, господи, ребята, вы это видели? Фух, это было что-то, ребят. Я, честно говоря, не знаю, кого пробовать. Честно говоря, не знаю. Но хорошо, что я вернулась, ребят. Было у меня это чутье. Может, мне панду попробовать? Она милая, такая хорошая. Ее могут, в принципе, достать. Аноним хороший, панда. Но все далеко. Все далеко, бастенько. Панда. Он ее бросил, ребят. Так, ну последняя попытка. Панду на последний. Давай. Ну, он ее бросил. Ну, это естественно, ребята. Ну что, смотрим дракона? Ребята.
Так, 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 так. Ну-ка, кто там у нас такой пришел? Ну что, ребята, вы меня ждали? А я вас очень-очень ждал. Подписывайтесь на наш канал Game Country. Пишите комментарии любые. Также ставьте лайки за то, что дракошка с нами. Всем пока-пока. До новых игр. До новых встреч.